Ребята, всем привет, ребята. Сегодня мы будем мы играть в Реймана. Это будет уже третья часть прохождения. Так, мы уже... Так, нет, спасибо. Все, забираем наше фиолетовое яйцо, которое было в прошлой серии. Так, опять он умер. Мы берем следующее яйцо. Оно, правда, бронзовое. О, смотри, какой зеленый. Я его тоже выиграла, кстати. Так, о, смотри, у нас как круто подросло. О, у нас семейство целое. Все, у нас семейка есть. Зеленая семейка. Прикольно. О, смотри, нам билетик дали. Круто. Какой у нас друзей? Упс. Упс. Так, что-то не то. Ну ладно, попозже. Покормим наших маленьких друзей потом. Да, когда будем проходить уровень. Так, давай. Все. Яйцо спасено. Бонус ко времени. 5 алмазов. Давай, сейчас мы куда-то полетим. 5 плюс 5 – 10. Да ладно. Так, куда поедем? Угу. У нас целых 4 выбора. Так, о, смотри, у нас есть трубки, которые ты нам дал. Так, так. Ни одного золотого. Знаешь, фигня какая-то. А, давай вот сюда полетим. Стоп. А, все. Ну, давай сюда лететь. Какое это яйцо? Серебряное. Сюда не знала это слово. Так, смотри, тут, кстати, кустики. Возможно, нам еще бонусная попадется. Стой, надо достижение забрать и билетик открыть. Давай, открывай. Я? Ты, давай. Поезд идет. Мы получили 5 алмазов. Нет, 35 алмазов. Ничего так. Ага, так. Так, забираем наши алмазы. Алмазики. Давай. 10 плюс 10, так. 20. 20, ага. Спасибо. Так, давай. Я думаю, в этой серии мы пройдем вот эту карту. Прохождение будет очень быстрым. Быстро. Чтобы серия далеко не затягивалась. Так, смотри, сегодня надо искать малюток. Давай. Мы бьем. И давай всех туземец. Туземцы в атаку. Зеленые туземцы. Зеленые боенцы. Зеленые бонцы, зеленые кайцы. Так. Он подсказывает целый вождь. Вождь. Спасибо, вождь. Да, красавчик. Я вначале тоже хочу увидеть какой-нибудь сюрприз. Так, стой. Вон тут, видишь, еще что-то наверху есть. Нифига себе, тут большие. Манюка. Тут большие вообще. Вообще, дают тут куча денег. Это круто. Так, сейчас мы тут упадем. Даже сейчас подсказывают. Там еще есть. Я знаю. Смотри, вон там вот монетка. И деньги у нас. Ну, деньги тоже хорошо. Оп, оп. Все хорошо. Да, все хорошо, что находится. Что есть, то есть. Так, давай. Правильно? Ага. Берем рычаг. Да не надо нам такие легкие-то. Подсказывайте трудные. Это не считается. Это нечестно. Они подсказывают самые легкие тайники. Получается, все самые трудные нам приходится искать самим. А самые легкие они нам подсказывают. Так нечестно как-то. Как-то да. О, смотри, все, мы прошли. И даже нам дали деньги. Все, мы на золото прошли. Смотри. Кайл. Даже изи. Ну, еду, понятно. Это сундук с алмазами. Так, ладно, их вроде обрезать можно. Мы проходим уровень, где надо деньги собивать. Угу. Так, берем наше семейство слонов, которые выпали мне.
Так, а о, давай купить. Еще одного зеленого. Да, те в прошлой серии выпали трубы, а мне какие-то слоны. Нечестно как-то. А слоны больше помогают. Знаешь, трубы тоже помогают. Без труб мы бы не узнали, где серебряное яйцо. И на рандом пошли. И шансов, что попалось бы именно серебряное, гораздо меньше. Вообще-то нам бы попалось обычное черное. Возможно даже. Не, возможно, конечно, серебряное, но это очень мало шансов. Твои трубы вообще прям помогают. Больше, чем слоны эти? Ну, не знаю, они все помогают хорошо. Оп. Опа, опа. Ой, майка, его. Смотри, мы целую 1000 уже собрали. Нам дадут дополнительные деньги. Вряд ли, конечно. Но не, ну смотри, мы целую 1200. Это для вас тоже много. Ну вон, смотри, мы на 50 монеток где-то больше собрали, чем надо. Следующий опять. О, кстати, давай быстренько сделаем золотое яичко. Яичко, иди. Яичко, давай. Пусти. Опа. Сейчас мы зельки на него кинем. Пусти. Давай, и что тут? Давай, открывай, Максюня. Ты должен открыть. Финальный волосок. И... Двузок. Ну, тоже неплохо. Вообще-то, можно потом, если, конечно, нам повезет... О, смотри, смотри, у нас второй уровень. Все, да. Новый уровень, открыто новый. Если нам повезет, мы получим еще такого чувака. Правда, не классного, а челного какого-то из вулкана. Как будто подзаялся. Извините. Так, ну смотри. Тут сказали, что у нас новые семейства открылись. Вот, смотри. А, это у нас самое начало, там белки бегают. Новое семейство это... Так, это мы тут лежим. Вот, смотри, какие-то магматики и розувастики. Странные какие-то. Ну ладно. Думаю, розувастики и чьи-то черненькие монстрики. Ну, розовые... Может, они какие-то розовые? О, смотри, смотри, что-то было. Все, давай, давай, смотри. Нет, я открыл что-то. Ты нашел секретное яичко. О, смотри. Нам из этого яичка крутая штука выпала. Еще одно яйцо с сюрпризом. Возьмите эликсир существа. А, он нам еще и эликсир дал. Спасибо. Да. Так, ну, на этом мы будем уже заканчивать. В следующей серии мы допроходим этот уровень. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии, ставьте лайки. Можете написать игру, в которую нам в следующий раз сыграть. Всем пока. Всем пока.